к нам замечательный коллектив из Латвии, нашу веточку Иллинской пятницы Юрий День. Прошу. Занимаемся при средней школе общеобразовательной в Бенсфилсе. Все девочки, кого вы сейчас видите, это изначально участницы фольклорного кружка маленький, который был создан в 2016 году. И эти девочки проявили такой живой искренний интерес к занятиям, к изучению традиционной культуры, что в итоге организовался коллектив. Мы занимаемся, выбрали традицию, которую мы будем изучать. Это традиция жителей Латвии, которые живут в восточных районах Латвии и на территории Латвии нынешней, и в Псковской области, а также в прилегающих областях Белоруссии. Ну вот сегодня споем мы вам коляду, все-таки недавно у нас святки прошли, еще недавно было праздничное время, поэтому с этой песни мы начнем. Давай, благослови Христос. Благослови Христос, как пришла коляда, вино грядье. Мы сошли с колеса, богатые
отмечать следующий праздник, народный праздник, который у нас скоро будет, Масленица. Мы уже начали потихонечку готовиться, и на Масленицу тоже в народе пели песни. Вот сейчас одну такую песню из Псковской области мы вам споем. Ваш Масленицу Yeah.
Ура!